Ну вот мы сейчас в павильоне, в котором только что сняли сцену. Прихода Саши Ларионова, сына отца Ларионова, которого играет Шукшин, всем известный. Актер, режиссер, писатель. Саш, поди сюда. Ну вот, сынок. Да, это сынок. Коля Яхонтов, который играет сына Шукшина. Мы только что сняли здесь сцену, когда приходил к нему приятель, Пантюха некий, зовущийся по картине Пантюхой. Вот, играет его Кавалеров Саша. Саш, ты здесь? Иди сюда. Вот, только что мы отсняли эту сцену, сейчас будем снимать другую сцену. Сцену будем снимать прихода сына. Прихода сына от старого боцмана, где он встретил отца, и где с ним было объяснение, неприятное для того и для другого. Ну что же, наверное, правильно. Ну, может, про картину, если у тебя есть желание что-то сказать. Про картину? С удовольствием. Картина по сценарию Ежова и Фролова. Называется «Мужской разговор». Он таки мужской разговор должен быть. Хотя действуют здесь, в общем говоря, не все взрослые люди, а главным образом действуют дети. Суть мне, за что нравится здесь работать, потому как речь идет об очень серьезных вещах. Не совсем, я бы сказал, даже детских, в общем-то, хотя все проигрывается детьми. Моя роль здесь не очень велика, но думаю, что она важна, тем не менее, потому как здесь три судьбы сплелись. Мать, отец и сын. Довольно современная такая, значит, ситуация. Трудная. Трудная, потому что не все способен понять ребенок. И, наверное, так с детьми-то лучше говорить. С ними надо говорить откровенно. Откровенно. Не говоря о том, что воспитывая ребят, надо одновременно воспитывать взрослых. Нельзя так воспитывать, да. На примерах, на картинах, на чем угодно. Ребят не воспитывая взрослых. Это процесс неотделимый один от другого. Понимаете?